Араном. Да, я на секунду. У меня другой звонок. Ты мне говорила, что очень благодарна. Не знаю за что и бла-бла-бла. Да, дорогой. Хочешь, я тебе это лично продемонстрирую? Королла, а мы себя с тобой неплохо ведем. Но для чего же нам дана жизнь, если не для этого, Людик мой? Какая же ты мудрая. Какая ты мудрая. Дашь мне минутку, у меня другой звонок. Я слушаю. Я здесь. Дело в том, что мама сегодня... Что с ней творится? Какая-то она настойчивая, эта мама. Ты должен понимать, мамы все такие. Поговори с ней, я подожду Гастончика. Не беспокойся. Я могу поговорить с вами обеими одновременно. А если у тебя есть сестра, бабушка, теща, племянница, собака, дядя, брат и так далее... Гастон Зак примет вас сейчас же. Хочешь сбагрить свою бабушку, гадкую и истерично? Позвони Гастону, и он решит любую проблему. Я могу принимать до 8 человек одновременно. Звоните мне сейчас. Сейчас? Сейчас. Я решение вашей проблемы.